Результат площади города Кая Скрира-Зверева. Лично вас устраивает? Меня не устраивает. Все говорят, вот мы доделаем будет. Ну, подождем еще там. Этот следующий год, я думаю, покажет, как оно будет выглядеть. Для того, чтобы действительно это было место, куда хочется прийти, куда хочется посидеть, отдохнуть, там, пообщаться. Ну, недоделки там. Мне тоже, знаете, честно говоря, не нравится, когда эти гарантийные обязательства. Мне это тоже не нравится. Там. Вот, законы таковы. Они сегодня там есть, они завтра там обанкротятся или переименуют. Вопрос, а с кого спрашивать-то? Их нету. Поэтому я всегда против. Когда говорят, гарантийное обязательство 5 лет. Я говорю, давайте сделаем так, чтобы 5 лет оно стояло. Оно будет стоять. А почему? Почему? Ну почему? Вопрос тогда, что мы сделали для того, чтобы оно 5 лет стояло? Тут много нюансов, которые влияют, будем так говорить. Начиная от выбора подрядчика, начиная, ну там, материалы. Нюансов много. Почему оно не стоит? И что нужно делать для того, чтобы оно стояло? И вот у нас есть определенные, будем так говорить, фирмы, которые здесь работают. А почему бы не посмотреть, ну, еще кого-то, привлечь еще кого-то, для того, чтобы было сравнение к тем опросам, которые делают?